Первоуральские школы готовятся к началу учебного года. Сегодня в них заканчивают ремонты, которые проводят в том числе и шефы образовательных учреждений. Как они помогают школам, расскажет Дмитрий Коньков. Слесарь-ремонтник Дамир Зинатулин занят привычным делом, ремонтирует станок. Вот только работает сегодня не в цехе, а в кабинете технологии школы номер 28. Сюда вместе с коллегами он пришел, чтобы помочь учебному заведению подготовиться к началу учебного года. Я учился в этой школе, и когда узнал, что необходима здесь помощь, с радостью согласился. Проводить в школах косметический ремонт кабинетов и рекреаций, чинить коммуникации и освежать фасад зданий помогают работники Первоуральского новотрубного завода ТМК. В этом году руководство Тальской школы попросило заводчан смонтировать вентиляционную систему в двух помещениях, а также установить новые розетки. Шефствуют над образовательными учреждениями городского округа металлурги уже много лет. На регулярной основе, то есть постоянно, они могут и в течение учебного года мы выполняем. То есть школа оформляет заявку, отправляет на руководство цеха. На основании этих заявок мы закупаем материалы. Своими силами все работы выполняем. Работы почти закончены и в третьей школе, над которой шефствуют сотрудники трубоволочильного цеха. Этим летом в трех кабинетах заводчане установили новые светодиодные светильники. Покрасили стены на первом этаже, в столовой и на лестничных маршах. Привели в порядок и фасад здания. В рекреациях на втором этаже покрыли пол специальной износостойкой краской. Осталось лишь оштукатурить и покрасить стены рядом с запасными выходами. Ежегодно новотрубный завод нам предоставляет своих работников и материалы для подготовки школы к новому учебному году. Благодаря новотрубному заводу мы делаем и капитальный ремонт, и косметический ремонт рекреаций, кабинетов и также внешнего вида здания. Сегодня заводчане работают в 12 подшефных школах и двух детских садах. Обещают, к 1 сентября все ремонты будут завершены. Дмитрий Коньков, Андрей Волков. Новости, Первоуральск.